Дональд Трамп вновь пообещал наладить хорошие отношения с Россией, если он займет пост президента США. Об этом политик заявил в интервью телеканалу NBC. Трамп выступил в программе под названием «Верховный главнокомандующий». По американским законам кандидаты в президенты получают доклады от разведки. Это делается для того, чтобы они сразу смогли принимать решения в качестве главнокомандующих уже в ту минуту, когда их изберут на пост главы государства. Дональд Трамп обещал, что разберется с врагами типа ИГИЛ и будет делать все, чтобы получить Россию в качестве своего друга. Если Путин высоко отзывается обо мне, то я тоже говорю хорошие вещи о нем. Я уже говорил, что он реально очень хороший лидер. Да, конечно, вы можете считать это ужасным. У него налажен хороший контроль над страной. Это другая политическая система, и в этой системе он лидер. И по лидерским качествам он гораздо сильнее нашего президента. У нас разделенная страна.